На Новый год по России запустят более 500 дополнительных поездов. Об этом со ссылкой на РЖД сообщает российская газета. Усилят самые востребованные маршруты. Они, как правило, связывают Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры, в том числе и Тверь. Как прогнозируют в РЖД, пик поездок на поездах придется на 29 и 30 декабря 2021 года, а также на 8 и 9 января 2022. Для жителей Тверской области в первую очередь важно то, что дополнительные поезда пойдут между Москвой и Санкт-Петербургом. Петербург сам по себе один из самых притягательных для туристов городов. Но и вокруг северной столицы расположено немало привлекательных туристических центров. К ним из Санкт-Петербурга пойдут также дополнительные поезда. Это маршруты в Сортавалу и в горный парк Русский Алла, в Мурманск, в Архангельск. Поездки в Новый год в северные города также популярны у туристов. В РЖД запустят специальные туристические поезда. Число самых популярных маршрутов на Новый год входит в отчина Деда Мороза Великий Устюг. Сюда из Москвы будет курсировать «Мороз-экспресс».